Ребята, всем добрый день. У нас авария. Сейчас покажу, как тут все в разобранном виде. Потом все расскажу, сяду уже более спокойно. Видите, все разобрано. Здесь все пока еще открыто. И сейчас я вам буду объяснять, что я сегодня, какую я сегодня школу прошла и что я сегодня делала вместе с Витей. День, конечно, время уже 2 часа, а у нас кроме кофе маковой росинки не было. Нет, бутерброд и кофе обманываю. Ну, короче, сажусь поближе к... А еще вам покажу, какую я сделала сегодня прямо выборку. Вон она, дома бардак, не обращайте внимания, инструменты, все дела. Юлечка принесла вчера целый пакован мне петрушки. Я ее хорошо помыла, вымочила на решетке, она у меня стекла. И я ее, ну как, еще не резала, но основную лапку, основную ножку убрала. Вот, остались только листики, потому что уже некуда девать. У меня еще с того года ящички затаренные в морозилке. Ну, то есть, будем кушать. Витя вчера великолепное блюдо ел. Сейчас расскажу, что он ел. Ребята, сумбур, не обращайте, пожалуйста, внимания на беспорядок. Сейчас рассказываю все, что произошло с нами. Итак, привет поближе. Если вы видели вчерашнее видео, то понимаете, что я вчера выпекала два этих самых, ну, наверное, рулет, потому что первый получился как рулет, действительно, с орешками. Кстати, обалденно, я никогда не думала, что такое сочетание мака, орехов и варенья, ну, как будто бы какую-то, я не знаю, кушаешь вот те, где там у нас здорово вот это вот все делают, господи. Армения, вот где-то вот такие вот блюда там с изюмом, ну а тут нет изюма, орешки придали такой вкус интересный, просто не поймешь даже, что ты кушаешь. А второй рулет получился просто как запеканочка, тесто оно расслоилось там, я оно исчезло, и поэтому долго-долго готовилось. И долго оно готовилось, сидим мы в зале с Витей, что-то там смотрим, не знаю что, слышу тресь. Бабах! Я думаю, что такое? Витя подумал, что там в подъезде что-то. Ну, мало ли. Вдруг соседи там, что это самое, Степа рядом, я ничего не понимаю. Залетаю я в кухню, и что вы думаете? Что я вижу? Духовка вся наполнилась дымом, а я заглянула туда вовнутрь, а там с верхнего тена огонь. Я Витя бегом позвала, хорошо, что он был дома. Кстати, я боюсь вот этих всех. Ну, для меня огонь, высота... наверное, даже глубина, все острое, для меня это, оно как-то меня коробит от этого. Короче, Витя рядом, он пришел, конечно, ну, в первую очередь, что надо сделать? Просто выключить духовку, но у меня шок, я боялась дотронуться до плиты. Суть в чем? О, даже сейчас покажу, мы его еще не выкинули. Что с ним стало? С бедненьким, с нашим трудяшечкой. Ну, этой плите, наверное, лет 6 у нас, да, лет 6. Брали мы ее БУ, она германская. То есть для нее тен найти, это серьезная была проблема. Но мы нашли. Посмотрите, как он выгорел. Короче, видите, нет металла совсем. Здесь дырка прямо. Дырка. Здесь погнуло его бедного. И объясню, в чем причина. Виноваты мы сами. Неправильно пользовались плитой. Короче, в чем тут дело? Значит, он сгорел, все понятно. Но допекался мой творожный рулет, уже допекался без вот этого среднего гриля. Это не один гриль. Там еще поверх вот такая вот скоба идет. Шух, короче, он огромный. Ну, прям большой. Я не буду брать вторую, она вот так вот идет буквой Зоро. Вот. Допекался он уже без вот этого внутреннего. Это внутренний, это и есть гриль. Это гриль. А боковой он идет как общий по периметру, разложенный еще и внизу. Есть их там 4. 4 этих самых 4. Господи, ну как он называется? Ну это же называется как? Ну, гриль, не гриль. Ну, короче, 4 вот этих штучки, да. Ну да, гриль, наверное. Нет, это гриль. А то тен. Конечно же, тен. Божечки, у меня уже завал в этих тенах, грилях и так далее. И болгарка сегодня тут гудела, все, что хочешь. Вот. Пошли мы в 3 магазина, допеклась моя творожная вот эта вот запеканочка, допеклась с горем пополам, чуть-чуть где-то поджарилась, потому что, ну, не пойми, что работала, как она, бедная, допекла, я не знаю, а у меня же впереди Пасха. Я говорю, Витя, бегом. Он говорит, Лен, ну это 5 копейка. Да, сами понимаете, быть на пенсии, как-то оно, каждая большая покупка, оно так трошки по, и по нервам, и по кошельку дуже щемить, ну ладно.
Пошли, ну надо, куда без духовки, куда, тем более мы. Я не то, что я любитель выпечки, я всегда выпекаю, потому что Витя любит к чаю кушать что-то домашнее. Мы не покупаем ни пряник, ни печенье, редко-редко бублики и то так, просто когда Витя захочет. А в принципе мы все делаем сами, поэтому без нее нам никак нельзя. Прошли мы 3 магазина. Круть-верть, мир инструментов, там ды-ды-ды-ды-ды, короче, всякие разные магазины. И пошли к тому мужчине, у которого мы брали. Здесь магазин есть у нас, называется он Bosch. Там вся, значит, БУ, холодильники, стиралки, плиты, швейные машины, кофемашины, вытяжки. Ну, короче, есть все. Ну, на любой кошелек и спрос. Далее. Обратились к нему, он говорит, ну, есть у меня, конечно, давайте будем выбирать. У него там склад, все, пошли они с Витей на склад, выбрали они аж 2. Он говорит, давайте так, берите их 2 домой, не надо мне денег, пробуйте. Если вам один из них подходит, вы несете 2, и мы расплачиваемся за 1. Договорились, пришли домой. Но он сказал, это бомбезные, классные, бэушные, но они вообще там, ну, мощные, фирменные, все дела. Приходим мы домой, меряем мы 1. Он очень красивый, прикольный, форма такая очень интересная, но он не влазит в нашу плиту на сантиметра, ну, 4. Вот. И там немного другой разъем вот этих вот, значит, входящих вилочек, где они уже выходят из плиты. То есть он шире, чем наша, ну, вот как и говорят, папа-мама, да, она шире, чем мама, папа оказался. Витя говорит, ничего, мы его подрежем. Проверили, работает. Я говорю, хорошо, подрежем на плите вот эти вот сделаем, гнездышко пошире, ладно. Пробуем 2. У Вити не было вот этого, значит, как он называется, контролька, да, Витя? Не было. И что? Все, кулибин, что говорить. Он взял свою бритву электрическую, к ней проводочек к вилочке присоединил. И вот так методом тыка мы начинаем ее, значит, это. А, не, он тен проверял именно проводочком от розетки. И он, значит, эти проводочки кидает на эти клеммы. А ну, ребята, знаете как? Ну, как будто бы сварка. Раз и пристает этот проводок к этому металлу. Витя говорит, Лен, тут такая мощность. Дело в том, что поставить-то его можно. Он по конфигурации и гнездо входило, и по размерам он был наш. Но такая мощность, как будто бы тут, я не знаю, сколько там тянет он. Витя говорит, Лен, ты знаешь, я боюсь, что у нас система вот эта вся через счетчик как бы его не коротнула. То есть и плиту боимся загубить, и все остальное. Он говорит, не. Как-то я не... Ну, действительно, прямо аж идет, как, знаете, как сварка. Как сварка. Вот такие идут, такие искры прямо. И нагревается так, что его уже не... Доля секунды, он красный. Да, блин, аж страшно. Идем мы опять к нему. Идем, Славик его зовут. Витя с ним уже, я чуть позже подошла. Славик, так и так, вот так и так, давай еще искать. Пошли они еще. Еще нашли 2. Тоже по конфигурации более нормальные. Такие все, ну, короче... Ой, берем мы еще 1, и я уже заплатила, ну, короче, около 1000, ребята, дорого все, все дорого. Ну, ну, он говорит, вы не удивляйтесь, сейчас даже розеточка стоит до 100 гривен одна, там вообще никакущая, еще такие, знаете, древние, ну, ну, такие цены, ну, тут, знаете как, вот. Он говорит, ну, идите пробуйте, я расплатилась, пришли мы пробовать. Нам нужна была маленькая болгарка, ну а мир, мир не без добрых людей. Идем, значит, только с подъезда вышли. Витя встретил своего знакомого с первого подъезда, обратился. Есть я маленькая дрелька? Есть. Меня садит в машину к этому мужчине, я его первый раз вижу. Поехали мы с ним в гараж, взяли маленькую дрельку. Видите, какие люди. Сейчас мы его чем-то отблагодарим. А Витя будет заносить дрельку, не дрельку, болгарку, болгарку. А-а-а. Вот, и, значит, отпилил он там держатели от старого, значит, тена, в общем, сделал какие-то там свои нюансы, я туда сильно не внедрялась. Начал он устанавливать. Пока он, Витя, устанавливал, все это делал, я ее еще, вчера еще помыла, слава богу, потому что все равно плита есть плита. Это жировые накопления, где-то капнул, где-то ляпнул, где-то брызнул и все остальное. Перемыло все. Вот, Витя поставил, слышу, гудит уже конвекция. Я говорю, Витя, что же працюет? Он говорит, да, працюет. Но у нас был в ней маленький нюанс. Нюанс. Изначально она была купленная, ребята, ну, как говорится, БУ, вы понимаете. Там нанесены были вот эти вот все меточки, верх, низ, середина, этот гриль, конвекция. Все это было нанесено какой-то такой серенькой краской, или даже, наверное, голубой, я не знаю. Ну, короче, она со временем
Я не сильно вникла вот в эти сразу цифры. Ну, работает духовка и работает. И даже не вникала, где вверх, где низ. Как-то мы так методом тыка. Витя у меня, он глазомер. У него, ага, лампочка мигнула, значит, температура повысилась. Лампочка снова... Ну, в общем, как-то Витя, он шарит. Я его всегда звала, говорю, Витя, помоги. Так, не так, так. Вот. То есть мы ее загубили сами, потому что не видели этих меток, и пользовались мы, в принципе, одним грилем, ребята, представляете? Наверное, работали какие-то боковые, плюс гриль, нижний мы вообще не включали, мы уже нашли, как он включается, опять-таки, методом бритва помогла. Вот какая помощница бритва, там он вывел уже эти два проводка, плюс мин, короче, он там тыкает, а я тут включаю, там же два этих у нас крутилочки. Короче, нарисовали схему себе, чтобы была у нас она на века, ребята. И раза три пробовали, но Витя говорит, Лена, давай еще контрольный, чтобы было уже точно 100%, а потом уже ставим ее на место, и я вышкребаю там полы, потому что мылась, капала, все, я буду сейчас на коленке, и мама, не горюй, там понеслась жара. Вот, то есть я нарисовала вот такую микросхему себе из четырех положений. Есть положение первое, низ и боковинки. Второе положение – просто боковинки. Третье положение – гриль плюс конвекция. И четвертое положение – гриль плюс верх, но минус конвекция. И вот эти все четыре положения я себе зарисовала вот просто таким методом. То есть вот это поворот нашего основания, здесь такая пипочка зеленая, вот это сюда она должна быть повернута. Сначала писала 12-15, 12-45, 12-35, думаю, нет, я лучше нарисую вот эту пипочку, куда она должна смотреть. На север, на юг, на запад, на юго-запад и так далее. И вот здесь написала, вот это положение, это значит конвекция минус. Это положение просто гриль с конвекцией, это бок, это низ и бок и так далее. То есть все понятно. И вот эту вот микросхему я себе поставлю буквально на видное место. И прежде чем включать теперь духовку, я буду пользоваться вот этим вот, как она, шпаргалочка, да? Шпаргалочку, как вы делали? А, знаете, как делать здорово? Сейчас маленький нюансик расскажу. У нас была химичка женщина. Очень она такая... Мы думали, что она злой человек и вредная, и всяко разному. Мы ее жутко боялись. Наталья Ивановна. Вот. Вру, Наталья Васильевна. Извините, Наталья Васильевна. Вот. Она была в очках, и у нее был один глазик. Говорили, что она реактивом каким-то его спалила. Я не знаю, что там было с ней в молодости, потому что она всю жизнь ходила вот так вот. Глазика у нее не было. Плюс еще и в очках. Зрение ужасное. Сам факт. Потом мы узнали, что она далеко не злая. Сейчас я перейду и к этой теме. Короче, контрольная работа, но химия и химия. Это задачи, примеры, формулы, вывождения и так далее. Я ее понимала, но не настолько, чтобы написать на 5. Ну и переживала. Каждый пишет шпору. Кто-то пишет шпоры и ложит под юбочку на булавочку. Но главное не встать на солнце в этой юбочке. Бо если ты встала у доски в этой юбочке, а у тебя там шпоры... то, сами понимаете, сама себя срисовала и сдала. Минус 2. А я думала, как, ну где, надо написать богатенько шпор. Написала я, знаете где, помните линеечки наши 10-сантиметровые, деревянные? Вот, тут-то у нас циферки, а с другой-то стороны чистенько. Угу. И я беру тоненький, прямо не помню даже, наверное, ручку, не фломастер. Тогда фломастер это было вообще роскошь. Я беру ручку обычную, которая уже не перьевая, конечно, а шариковая. И я пишу там шпоры, вот так, столбиком. Что вы думаете? У Натальи Васильевны чуйка. Ходила она по нашей аудитории, просто так заглядывала, кто чего пишет, чем кто занимается. И подходит она ко мне за парту, за которой я сижу. И этой линейкой, ребята, вот так пальчиком, она ею просто стоит и играется. Она перевернута шпорой вниз. Она стоит и играется. Пока она игралась, все, что у меня вот здесь вот внутри, раз опять хотела вывалиться и опять вернуться. Короче, думаю, если она сейчас увидит эту шпору, она этой линейкой мне просто надает по башке. Вот она такая была жестокая, она могла и ударить. Такая длинная указка, она могла звездануть ей. Думаю, блин, сейчас она меня отлупит. Короче, я не знаю, то ли она мне намекнула так тихо, убери, то ли она просто так это делала, я не знаю. Ребят, я ее убрала. Тогда я контрольную написала, по-моему, на 4, по-моему, ну, не суть важна, я ее написала, то есть, ну, не на 2 точно, не знаю, на сколько, но, по-моему, удовлетворительно, то ли 3 с плюсом, то ли 4, то есть, вот такое, раньше еще были 10, не 10, а до 5-бальная система, вот,
Вот это был первый нюанс у меня с ней. Потом однажды я пришла в школу. Видите, как тема перешла? Вообще кошмар. А уже 13 минут с вами трандю. Пришла я, класс 7, волосики были у меня длинные, красивые, пшеничного цвета, ну длинные так, ниже плеча, вот, и я их взяла вот так вот, у сестры взяла плоечку, и вот так вот подкрутила кончики вот так вниз, и она так красиво, знаете, легло так каким-то веночком, так красивенько, здорово, вот, ну и где-то, по-моему, подмалевала что-то я, то ли губки, то ли что-то такое, вот. Она меня увидела в таком виде, что я, ну, красиво выгляжу, все. Я не знаю, почему она так себя вела. Она меня вызвала к доске и начала позорить. И такие слова сказала: «Елена, голову надо не завивать, а развивать. Иди и намочи голову». Я расплакалась и ушла домой. Я, конечно, ее не мочила. Вот. Потом пришла к ней мама, поговорила, говорит: «Наталья Васильевна, ну девчонки взрослые, ну подкрутила она те кончики, ну зачем вы так? Ну хотите ей сделать замечание, сделайте ей так корректно на ушко, ну не перед всем же классом, мальчишки уже ухаживают за нами, мы уже ходим там, переживаем обо всех нюансах и так далее». И тут она меня на ура поставила: «Развивать голову надо, и все». Я знаю, когда ее развивать. Был такой нюанс. Короче, о плите, снова о плите. Ребят, я очень рада, что у нас все работает, мы все проверили. Теперь я о пасках не переживаю. Ну, в принципе, духовка, она и есть духовка, она должна работать. У меня, короче, все уже об этом знают. И Женя, и Юля, и невестка мимо шла. Я ж с этими тюками летаю, Витя гоняет. Сейчас занесем болгарку мужчине, отблагодарим его. И вот так, ребята, мир не без добрых людей. С миру по нитке мы сделали вот это все, что планировали, но увидите, руки золотые, Кулибин еще тот, то он там проводочек, то он там пиляет, то он там режет, то он, я рядом с ним что-то заглядываю, он говорит: «Уйди, не мешай, я ж не могу». Короче, подорванные мы оба с ним, но у нас все получается. Вот такие, ребятки, дела. По поводу пенки, ну посмотрите на мою голову, и все понятно, правда? Пенка работает на все 100%. И самое главное, что я до вечера хожу с пышной, с нормальной. Тут я уже я. В прошлых видео я была мышкой. Вообще волосы упали, их нема, затылка нема, челки нема, ничего нема. Сейчас все восстановилось. По поводу пудрочки. Пудра очень хорошая вещь, но она, я так думаю, она заменяет буквально лак. Я первый день ею попользовалась, и вечером я не могла расчесать волосы, потому что эта пенка способствует скреплению, как прическе. То есть, если вы идете куда-нибудь в кафе, либо куда-то в такое место, где вы можете потерять свою структуру прически, вот этой пудрочкой очень-очень хорошо пользоваться. То есть, пенка работает без пудры отлично, а с пудрой на 100% как лак. Я лаки не люблю, никогда ими не пользовалась. То есть вот эта, значит, пудрочка у меня будет как заменитель лака. Ребята, очень насыщенное видео, я так понимаю. Надо заканчивать, судя по времени. Я вам очень благодарна, что вы досмотрели до конца. Если у вас были такие истории, очень интересно будет услышать, как у вас все получилось, как вы вышли из ситуации, когда затираются вот эти вот надписи, когда у вас горят тены в духовке. Короче, как вы получаете шок, а потом получаете удовольствие от работы. Видите, огромное спасибо. Вот, по поводу рыбки спрашивали, почему без пива. Ребят, мы выпили по бутылочке пива, не без этого, мы все люди, было очень вкусно, рыбка обалденная, икра просто как мясо, кушаешь, она такая прям, ну, вызревшая такая, знаете, икра хорошая, если будет возможность у меня, я возьму еще такую рыбку, ну, классная, она, ну, того стоит, правда, эти деньги, кушаешь, и не деньги, а рыбку, но заплатив за эту рыбу такие деньги, ты понимаешь, что действительно ты их потратил не зря. Спасибо вам за хорошие, за добрые слова по поводу покупок, уважаю ваше любое мнение, всегда прислушиваюсь, Витя вам передает огромный привет, пошла я греть борщ, начало третьего, хочется очень кушать. Все, всем хорошего дня, мирного неба, всегда с вами Витя, Лена и Степан, и с такими метаморфозами сегодня у нас был день. Еще будет продолжаться. Все, пока-пока. Смотрите нас с большим удовольствием.